Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи на Южно-Донецком направлении. Мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп в районе Приютного. Противник понес потери и отступил. Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Урожайного и Макаровки. Потери противника составили до 165 военнослужащих, 2 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки «Акация».